Ну, а что бы нам здесь показать на фоне такого озера или залива? Безусловно, все очень красиво, оттуда распространяется свет, здесь еще дополнительно предметы насвечены. Хочу показать вам, как они используют вот этот полированный тик, может, это и рока, но какой-то из экзотических сортов дерева, те, которые используются для отделки яхтенной мебели и элементов яхтенного дизайна, дорогой деревянной яхты. Композиция, мы уже тысячи раз вам показывали подобные. Цвета серый с синим, безусловно, вода, океан, аутдор синий весьма уместен. Может быть еще зеленый, а бывает просто черно-белый. Из предметов. Я не уверен, что здесь все предметы сделаны в водостойких тканях, но сейчас не об этом. Хочу показать вот эти outdoor kitchens. Здесь две кухни, но вот это можно назвать ее островной частью. Это камень. И это очень легко открывается. Скорее всего, это не толстая ламель камня, ну и не очень тонкая. И хорошее крепление. Мы знаем компании, которые продают, не крепление, а система выдвижения. Очень мощная по своей нагрузке. Вот это становится барной стойкой, а вот это зоной готовки. И для outdoor очень важно, чтобы это полностью закрывалось и становилось абсолютно погодоустойчивым. Здесь открытая часть, но смеситель, слив и вот это все не будут бояться каких-то осадков. Есть еще одна модель. Здесь два модуля на колесах, огромные такие колеса, как для производственных тележек. Интересная ручка. Ну вот что-то такое яхтенное, как иллюминатор. Шлифованная нержавейка. Из нержавейки же сделана вот эта зона готовки, гриль. Ну и это, видно, какая-то подготовительная разделочная зона. Там обычное хранение, полка внутри металлическая. Цвета дерева и само порода дерева и цвета, те, которые часто используются для мебели на яхтах. Какие-то вот реляции с яхтенным стилем. Ну, еще один вот такой outdoor сценарий, масштабная зона для отдыха, несколько сюжетов. Я хотел здесь показать только вот этот терракотовый цвет, глиняный цвет, цвет обожженной глины, который преследует нас повсеместно на этой выставке. В сочетании с белым, в сочетании с серым в виде подушки. Здесь нет сочетания с черным, но мы уже не раз его показывали.